Красиво. Это весь дом так взорвался. Это какой газ должен быть, я не знаю. Думаете, кого-то еще спасут там? Тех людей, кого еще не нашли? Очень маленькая вероятность. Очень маленькая. Потому что холодно? И холодно в том числе. Ну и разрушения серьезные. Объединились, можно сказать, как большая, огромная семья. 31-го, когда произошло само вот это ЧП, был просто большой поток людей, которые несли гуманитарную помощь. За это им огромное большое спасибо. Была бы возможность, мы пошли бы голыми руками, разбирали эти завалы. Столько людей погибло.